Китайцы, конечно, очень непростые, но не считать их друзьями мы не можем, потому что в последнее время как-то мы идем на сближение, и слава богу, это тот народ, та страна, с которой мы, получается, что находим сейчас гораздо больший общий язык, нежели чем с соседней Украиной, которые столетиями считались кровными и братскими. Тот газовый контракт, безусловно, эпохальный, заставит еще больше сблизиться как в политической, так и в экономической сферах. И уверен, что это сближение даст впоследствии дивиденды нашим обеим странам при игре на международной арене.